Утро в городе началось со страшной аварии. На видеозаписи, опубликованной в социальной сети, видно, как автомобиль на большой скорости, двигаясь по кольцу Предмостной площади, не входит в поворот, переворачивается и загорается. Водителя выбросило через окно боковой двери. Он чудом остался жив, но получил травмы и переломы обеих рук. От медицинского освидетельствования пострадавший отказался. По предварительным данным, мужчина двигался с превышением скорости и на просьбу полицейских остановиться не отреагировал.